Чикенгана было очень много взлетов и падений, но были и те вещи, которые чуть полностью не убили нашу игру. Сегодня мы разберем баги, обновления, события и мифы, которые оставили огромный след на нас. Зачем мы это построили в нашей деревне? Ну как зачем работать? Это же будущий небоскреб, точнее его каркас. Правда, мы еще одну стену не доделали, но ничего, крановщики уже работают, сейчас все сделают. Жители, по-моему, это плохая идея строить огромную железную коробку у нас в деревне. Посмотрите, какая у нас красивая деревня, все в одном стиле, и вот это вот непонятное тут. Да ладно, капот, мы потом фасадом облицуем, все будет красиво. Поставим деревянные блоки, все будет шикарно. А то, что начинка этого небоскреба железная, прочный,